как сделать вот такую красивую круглую клумбу из тротуарного бордюра. Диаметр этой клумбы по наружной стороне 1 метр. Для ее создания мне понадобилось 3 метра погонных бордюра и кусочек 20 сантиметров. Делаем разметку бордюра. Делим на равные части по 20 сантиметров по наружной стороне. Внутреннюю часть уменьшаем на 1,5 сантиметра с каждой стороны, чтобы получился радиус. И нарезаем бордюры болгаркой с алмазным диском. У меня весь этот процесс занял около 2 часов. По итогу получилось 16 кусочков. Не забываем в конце также подравнивать края болгаркой. Теперь выставляем все готовые части на ровную поверхность и проверяем, чтобы края совпадали и плотно были прижаты друг к другу. Бордюры будем ставить на раствор. В нашем случае это гранатсев с цементом в соотношении 1 к 3. Выставляем бордюры на раствор и отмазываем с двух сторон. Также не забываем затирать швы цементно-песчаным раствором. По итогу у нас получилась вот такая красивая круглая клумба. В дальнейшем все это заложится тротуарной плиткой. По этому объекту я выложу отдельное видео. Подписывайтесь, ставьте лайки.